Приветствуем вас на нашем канале. Вот мы в каком-то новом мерчике. Вот миссия в такси. Великая борьба. Трехангельская весть. Музыка, пение. И посмотрите, коровки. Люди. Сельская жизнь. Приветствуем! Здравствуйте! Вот. Посмотрите, какие красавицы. Красавицы. О. Красавицы. Ну разве можно их кушать? Нет. Ни в коем случае. Все создано для веганской пищи. Все Бог создал для того, чтобы никто не ел друг друга. Вот. Такая вот здесь природа. Воздух аж легко дышать. Это где-то 50 километров от Харькова. Вот это такси меня заслало. 50 километров от Харькова. Посмотрите, какие сосенки. Какие вековые деревья подпирают небеса. Ну вот такой вот, дорогие, у нас сегодня репортаж. Наша боевая колесница с пчелопродуктами, мед, видите, пыльца, перга, клубнички дали, угостили добрые люди, клиенты, Виталий. Здесь оборудовано для того, чтобы нести свет. Свет трехангельской вести, последнего предостережения погибающему миру, всякому племени, колену, языку и народу. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Небо, землю, море и источники вод. И так далее. Откровение. 14 глава с 6 по 12 стих, дорогие. Последняя весть предостережения всем жителям земли несется в отдаленные районы. Всякому племени, колену, языку и народу. Так что присоединяйтесь. Вот в этой книге «Великая борьба» Эллен Уайт. Эта весть расшифрована, разъяснена наилучшим образом. Наилучшим образом, самым лучшим образом. И там описаны также пошаговые истории. Пошаговые, вернее, события истории Земли. Особенно интересно это пошаговые события. Самые-самые финишные события, чтобы мы четко ориентировались пророчествах. Даниила 11 и особенно 12 глава уже ныне близки к своему исполнению. И эти пророчества мы должны понимать и объяснять людям. Книга «Великая борьба» Эллен Уайт, разъясняющая трехангельскую весть последнего предостережения из Откровения 14 главы с 6 по 12 стих. Пожалуйста, заказывайте, набирайте в Ютубе, слушайте, ищите книгу, она распространяется на всех языках, во всех странах, ибо время близко, пришествие Иисуса уже очень и очень скоро, потому что начертание зверя уже у дверей, дабы нам ни в коем случае не попасть в эту ловушку. Исследуйте Священное Писание. Исследуйте книгу Даниила и Откровения, и «Великая борьба» будет вам в помощь всех этих пророческих образов и символов. Слава Иисусу Христу! Аминь!